Добро пожаловать, это DJ Vigilant, и мы продолжаем проходить GTA 1. У нас остался, как я знаю, по-моему, это все, это последний этап Vice City Rasta Blasta. Больше, по-моему, нет. Что ж, начнем. Соскучился я по игре, даже несмотря на то, что она сверху. Здесь никогда не был, кстати. Абсолютно не знаю, что будет. Какие миссии. На этот раз этот чертов Раста заплатит. Из всех стоит... Угнать машину, короче. Ого! Мы за того же продолжаем. Здесь, в этой части города, ну, я никогда уже не был. До сюда я не доходил. Для меня это будет вообще большущий интерес. Вызывать. Итак, надо угнать какую-то тачку. Давай угоним. Так, нам оружие нужно. Отлично. Наверное, будет хардкорище еще больше, чем в предыдущих городах. Ну, это естественно. Тачка у нас не очень-то и быстрая, поэтому не сразу доезжаем. Где-то уже близко. Вон он. А что было написано? На этот раз этот чертов Растас заплатит. Из их машин стоит в Ричмонд Хейс угонить. Ага. Вот мы ее угнали. Ого. Пойти в ближайшую магазину. Ого, на время. Ненавижу на время. Так, ну давай на время. Раз на время, так на время. Еще на полицейских не надо нарываться. Куда ее надо отвезти? А, бомб. Блин. Так, где-то рядом, кстати. Единственный магазин, где я знаю, что есть вот этот вот с бомбами. Да, блин, вот сами лезут. Так, как она готова для взрыва? Вернее, ее пока... А, обратно. По тому же пути поедем. Вау, вот это заносы. Прикольно. В принципе, успеваем. Вау. Пистолет. С средней скоростью ехали. Нет, она вот так стояла. А, надо смотреть. Там чувак должен сесть. А то, что она помята его... Не волнует. Милая работа, маленький стервец. Этот Раста будет просить о пощаде. Я хочу поговорить с тобой, двигай в Грик. Я позвоню тебе. Смотри, первая миссия и удачно. Ну, я, конечно, сокращал. Но не очень-то и быстро ехал прям, не сломя голову. Дайте проехать. И мне уже удалось найти оружие. Еще бы броник найти. Пип-пип. Кажется, за тобой хвост. Не останавливайся. Позвони под... Ага. На другой телефон надо спешить.
За мной хвост? Не думаю. Так никто не ездит здесь, как я. Тут никто так не... И какой может быть хвост, когда я так виляю, блин? А хвост, наверное, за мной после того, как я взорвал машину. Ну, из-за меня взорвалась машина. Видели, наверное, что я стою и наблюдаю? Блин. Это все из-за камеры. Все мои врезания. Так, нет, это где-то... Что-то я не пойму. Где-то внутри здания. Думаю, наконец-то мы достали Растаса. Они хотят встретиться. Двигай, идиот. Я позвоню Вазбич. Двигай, идиот, говорит. Нифига себе. Вообще, в этом городе одни придурки. Один полицейский этот чего стоит? Бешеный, как ненормальный. Он. Машину надо менять. Что-то это вообще за океаном. Этим. Я не туда, наверное, еду, подожди. Эй-ей. Да, что такое? Мне, наверное, надо сюда, а потом... Вот здесь выше будет мост. Вот здесь вот. Ну да. Вот эту точку надо заменить на эту. Блин. Мне целой дороги мало. Интересно, я один так езжу, во все врезаюсь, или каждый игрок, который играл в GTA? О, сейчас будут разборки. Еще огородили специально. Ага, а этот чувак стоит просто так? Окей, мудак, выслушай, что они хотят, потом позвони мне. Эй, кретин, ты не должен работать на Вавилон. Нас, да постарайся. Если хочешь работать на Вавилон, уходи. Это праведное дело. Выбор за тобой, парень. Они со мной разговаривают или не со мной? И что мне делать? Что делать-то? Так, а если я уйду? Джак, рад твоему выбору. Мы с тобой свяжемся. И? Окей, брат, если ты в Грикайс, Вэшос, иди Вазбич, ответь на телефонный звонок. У меня был выбор? Подожди. Куча дерьма. А-а-а. Не, так что-то ненормально. Брат, ну меня хоть братом называют. А не кусок дерьма. А-а-а, 4 телефона. Найдено секретов 17. Сколько? 5 миллионов надо. Офигеть. Так, я сейчас аккуратно посмотрим, что это за ящик. Отлично.
Быстро двигаем Миромайер, Джимми и несколько собратьев, хвачены скаутами Вавилона. Ого. Тут какие-то разборки, блин. Разборки, блин. Устроили. Между банд. А мне расхлебывай. Ничего не вижу. Попал я на дорогу такую, что ни одного поворота налево нет. Вон, наконец-то. Дурацкую дорогу выбрал. Ой, блин. Где-то уже рядом. Так, нет. Что там, между домов собрались что? Где же они там? Ага, опять здесь? А, нет, это же не другое место уже. Братство сильнее, убей неправедных. Вы что, сдурели, что ли? Я буду отвлекающим. Так, они вроде там перестреливаются. Только они в мою машину стреляют. Какого-то фига. Так, убейте этого слева. Вау, перестрелка. Пули летят. О, спасибо, брат. Мы скажем брату Маркусу о твоих делах праведных. А, я был отвлекающим маневром. Джимми сказал мне, что ты здорово помог. Рад за тебя, говорит. О, 150 на 1000. У Джаха много работы, если нужна. Чего? Ну, короче, туда к телефонам ехать надо. Ну, такая маленькая миссия, на удивление, была. А я думал, вообще тут с самого начала хардкор начнется, но нет. Пистолет уже вообще не нужен. Я немножко ориентируюсь в этом городе, но не совсем еще. Так. Ого, что там пало? Че орешь? Так, в этом... Священник Вавилона прибывает в город, чтобы распространить его яд. Двигать туда не слишком поздно. Короче, нам двигать в какую-то точку надо. Пока не поздно. О, это, возможно, тупик. Надеюсь, он не на ходу, а то его догонять дольше будет. Надо будет точно. Ну, машина у меня хотя бы не очень такая и медленная. Плохо так видит. Чуть мужика не сшиб. На ходу, что ли? ФПС, конечно, падает. Почему вообще? Тревога, тревога, защитить президента. Что? Воу! Вы что, сдурели? Задавили, спасибо. Блин. Лживые пророчества распространились по всему миру из-за тебя. Спасибо, блин.
Значит, как-то надо пройти. А время пропадает, когда я подъезжаю, да? Эй, а чё это я уже по другой дороге еду? А чё мне надо-то? Лимузин стащил зачем-то. Что происходит? Вообще дурдом. Я не пойму, что делать-то мне. А что мне делать-то надо? Мне хоть объяснили, а тут езжай туда, а там дурдом творится. Ого. Блин. Блин, я нечаянно вне записи прошел миссию. Будет Армагеддон, брат. У Джаха есть работа. Приходи. Вау. Короче, я просто влетел туда и убил этого мужика, и миссия пройдена. Ого. Что это сейчас было? Дурдом. Сейчас попробуем еще раз пройти. Я прошел вот так вот. И меня убили. Но миссию прошел. Будет Армагеддон, брат. У Джаха есть... А, ну да, это я читал. Да, вот в эту тачку сядем. Ну, комом, но прошли, ладно. А я не помню, где это было. По-моему, где-то там. Телефоны эти. Ну, 334... Ну, 335 тысяч округлим у нас уже есть. О, интересно. Если я сяду вот в эту тачку. Что будет? Смотри, смотри, я вижу его. А что такое? Можно мне взорвать его? А, можно. Вау, уходи. Блин. Да, в эти тачки лучше не садиться. Интересные миссии. Нам необходимо, чтобы ты подобрал брата. Ой, как раз в такси. Будет ждать тебя в Мирамае. Привези его. На такси приеду, ну. Брат. Сядешь в жучок, получишь дурачок. Там просто жучок стоял, там, может, сели бы опять эти взрывные машинки бы приехали. А нафиг он нужен? А, там я не проеду никак. Давай-ка посвежее такси возьмем. Аж уже раздолбанная вся таксишка. Эй, слющий, мою машину стырил, ну. Такой мне. А хотел аккуратно, но не получается все равно аккуратно. Ой. Фига у них, брат, как далеко находится. А, он в машине сидит. А он что, не умеет управлять? Окей, урод, слушай, у нас есть сумка с бомбой. Не вздумай бежать. Нифига себе. Ого. С
Сегодня Смит придет в Вавилон от Визиотеля. Нифига себе. Дела. Блин. Это плохо. Ой, куда я заехал? Да, это будет... Надо быть аккуратным тут. Спешить, конечно, очень надо, судя по времени, но аккуратность тоже никто не отменял. Секунд, офигеть. Я из машины выпрыгну, если что. Ай-яй, куда надо ехать так далеко? Фу, ты постарался, мы помянем тебя. Не будем взывать. Теперь уходим, пока бомба не задела тебя. Меня как будто разыграли. А, нет. Смерть Вавилону. Нифига себе. Легче, парень, ты ничего не можешь. Вау. Уйдет меня. А, я думал, сначала меня разыграли, а оказывается, нет. Как будто камикадзе какой-то сидел. Работы для Зиона много, брат. Дурдом творится, короче. И этот коп за мной бежит. Заколебал. О, жучок меня еще задержал. Надо в какую-нибудь тачку сесть быстро. А он бежит быстрее меня, кстати. Он задолбал за мной бежать. Вау. Вау. Вау-вау-вау. Он меня догоняет. Как будто им скорость быстрее моей поставили. Специально. Фу. Ах, какой прилипучий. Я просто не успеваю сесть в машину. Он меня оштрафует, поэтому я бегу. Так, сейчас пора уже садиться в машину. Хватит бегать. Блин. Все оружие забрал. Да нафиг мне его пистолет. Да, блин. Супербанк. Во, в козе надо сесть. Мотоцикл сам поехал дальше. Прикольно. Тик. Свой же байк сшиб. Баг, блин. А, это, кстати, была самая первая миссия, где мы сожгли машину. Сейчас стоял. Обгорело. А, нет, все правильно. Машина — зверь. Если я вот просто буду на газ сжать... Ого, я даже проехал что-то. Так, надо оружие какое-нибудь хоть. Еще один ящик был, да? Опять пистолет. А, на старом месте. Так, этому что надо? А я думал, ко мне. Слишком долго братство отделило Vice Beach. Пора уже все изменить. Езжай туда. Убийство надо закончить до прибытия телевизионщиков. Собрать не хотят как раз. Короче, кого-то убить надо и поскорей. Вот так вот. Ага.
Ой. Вот, такая широкая дорога, нравится. Очень нравится. Вместо тормозов нажимал заднюю скорость. Ну, я вообще... Машина-зверь. Может его задавить просто попробовать? Так, окей, брат, увози идиотов. Каких идиотов? Не понял. Что-то я не понял, кого задавить? Что делать? А, взорвать может. Блин, не то попало. Точно. Не сразу вкурил. Ау. Где-то рядышком этот лимузин стоит. Дай пройти. Оставь меня, ты псих. Немножечко. Там ящик интересный был. Пистолет, да у меня машина и гранатомет, ты что? О, броник, еще один. Когда не надо, блин. Сует, сует. А тут чего? Отлично. Ой! Куда я вообще заехал, а? Сколько этих будет лимузинов? Времени все меньше и меньше. А этих я не знаю сколько. Гавриков будет. Наверное, еще два, потому что гранатомет столько давали. Выстрелы. А, сейчас взорвусь, блин. Блин. Беда. На молнии всегда радио не работает почему-то. Ой. Давил кого-то. Блин. Не знаю, надо было туда ехать, а не туда поехать. Машину, машину, срочно. С
помогите. О, фу, успел. Фу, ну заплатили мне мало что-то. Мы скоро опять ударим по этим балбесам. Будем, ты знаешь, куда идти, короче. На пикапе. Я не ездил. Да... Чё ты не садился? От погони не совсем хорошо на этом уходить. Где там еще один? Фига там. Я слышу, как полицейские бешеные. Ой, это капец. Садись, садись. Садись, да что ты завилял-то? Придурок. Надо менять эту, этот шалаш на колеса. Уи, гора. Фу. Chemical. Вау. Ой, чуть туда не заехал. А на мотоцикле, наверное, можно туда заехать? Я не туда еду, что ли? Фига раздолбаны все. Наверное, не туда, мне надо куда-нибудь наверх. О, блин. Капец, ехал и ехал не туда. Ай-яй, так и чувствовал. Сейчас. А, я думал, оцепление будет. Опс. И как раз там телефоны эти копы разместились. Капец, что творится? Торопись, агенты Вавилона хотят убить, браток. В какой-то отель надо ехать. Еще не туда еду. Буду знать, что надо ехать наверх, а я не туда поехал. Второго такого разряда машина не выдержит. Почти. Чёртов Вавилон где-то здесь. Иди найди бритоголовых. Где я этих найду? Ты чё? Иди найди, говорит, бритоголовых. В каком месте? А, там внутри? Нет?
А где их найду-то? Ты чё? Что-то я не понял вообще. Каких бритоголовых я должен найти? Ты чё по мне стреляешь? Чё я должен делать, я не понимаю? Кто из базуки стреляет? Ого! Провалено. Кто хоть убил-то, я не понимаю. Чё-то ничего не пойму. Сейчас всех давить буду просто. Кто рядом ходит. Бритоголовых каких-то. Во, бритколовый, по-моему. Да-да-да, у него башка, по-моему, бритая. Или нет? По-моему, бритая. Бритый! Он как раз бежит в здание. Что делать-то? Это бритоголовый. Брат Захари... Захари уже здесь. Какой Захари? Где? Это что ли? Чё не так, я не понимаю. Короче, надо разбираться. Вот этот чувак мне не нравится. Он тут крутится. Но он вроде не бритоголовый был. Во, бритоголовый. По-моему, бритоголовый. Потому что все в шапочках. А, у них башка лысая. Это тоже, по-моему, бритоголовый. Ого, там на... Ого, на стене стоит целый ряд. Полицейский, уйди нафиг. Его задавило. Они за них вот... Вот чё за ряд целый людей на крыше? Точно они. Они, понял, кто убивает. Я теперь понял, что надо делать. Я ж не знал вообще. Там целый ряд на крыше стоит. Только теперь надо найти, как туда подняться. Ага. Понял. Ну пошли все. Черт, упоротый кретин. Круто, братец, брат. Захари, теперь в безопасности. Джах благословит тебя. Мы... Фу. Эй, полицейский, уйди. Ай, ладно.